Здравствуйте, с вами канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про финского шпица. Предки финского шпица – аборигенные собаки темно-красного цвета, жившие на территории современных Финляндии и Карелии в 17 веке. Местные жители часто использовали их при охоте на птицу и зверя. Современные финские шпицы не потеряли отличные рабочие навыки своих предков. Сегодня представителей породы можно встретить не только в качестве любимых домашних животных, но и в качестве помощников при охоте на самую разную дичь. Собака у нас на самом деле гиперактивная, она очень харизматичная, она очень эмоциональная. Пора она даже не может себя контролировать. Особенность – это охотничья порода собак. Финский шпиц – собака средних размеров. Рост в холке у представителей породы обычно составляет от 39 до 50 сантиметров, а вес, как правило, колеблется от 7 до 13 килограммов. Шерсть у финского шпица короткая и мягкая, с развитым подшерстком. Стандартом породы признаны рыжий и красно-рыжий окрас. Допускаются белые отметины на конечностях и черные волосы на хвосте и спине. Финский шпиц – умная собака с независимым характером. При правильном воспитании и дрессировке с самого детства представители породы вырастают уравновешенными любимцами, которые в состоянии ужиться с другими домашними животными. Кроме этого, важно отметить и то, что финские шпицы отлично ладят с детьми. Дома у нас 3 кота. Она уживается с ними отлично, но с уличными котами у нас проблема. Она ловит их, пытается, по крайней мере. С детьми... Но у нас нет детей, но как бы она любит детей. Для нее вот она, это как игрушки. Она к ним очень такая ласковая, наверное. Мы когда собаку выбирали, я у заводчицы спрашивала, как собака уживается с детьми. Она сказала, вообще идеальная порода. При уходе за собакой породы финский шпиц особое внимание нужно уделять активным физическим нагрузкам. Они необходимы для поддержания физического и психологического здоровья питомца. Кроме этого, важно не забывать следить за состоянием глаз, ушей и зубов животного. Купать собаку нужно по мере загрязнения. Расчесывать шерсть финских шпицев рекомендуется 2-3 раза в неделю, во время линьки чаще. Но все-таки это не комнатная собака, за ней нужен уход, гулять с ней нужно очень долго. Мы гуляем с ней в день на минимум 2 часа. И в лес мы выезжаем 3 раза в неделю. Там она охотится, на даче она постоянно у нас убивает мышей. Да. Все, тихо. Кормим мы Алису сухим кормом. Еще Алиса у нас очень любит хлебушек. И мы часто даем мясо. Но вот эту породу, на самом деле, главное не перекармливать, там, потому что каждые 100 грамм в весе за счет их большого подшерстка, они выглядят как плюс 2 кило. То есть она у нас, да, такая девочка на диете. Средняя продолжительность жизни собак породы финский шпиц составляет от 12 до 14 лет. О других интересных породах вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!